Ожидается, что в этих соревнованиях примут участие около 600 спортсменов из 50 стран. Программа турнира по дисциплинам полностью соответствует регламенту взрослого чемпионата. Скоростной спуск, супергигант, альпийская комбинация, слалом и слалом-гигант. В качестве шестого вида программы, как и у взрослых, запланированы командные соревнования. Юниорский чемпионат мира может стать отличной стартовой площадкой для привлечения уже в ближайшем будущем этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи. Такое предложение российской стороны уже обсуждалось на осенней конференции в Цюрихе и получило одобрение. Стоит отметить, что для туристов и гостей во время проведения чемпионата курорт Роза Хутор будет работать в обычном режиме.